Накануне состоялся визит святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла в Санкт-Петербургскую епархию, в город Пушкин. В Царском селе в эти дни проходят торжества, посвященные 300-летию со дня основания знаменитого петербургского пригорода. В рамках поездки представитель Русской Церкви прибыл в собор святой великомученицы Екатерины, где возглавил чин великого освящения главного храма Царского села, который был полностью разрушен в советское время, а ныне восстановлен в прежнем виде. После освящения собора святейший патриарх совершил в нем литургию в сослужении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, викарных архиереев и священнослужителей Санкт-Петербургской епархии. На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и представители властей различных уровней, многочисленные горожане и приехавшие на торжество жители области. Всех их, пришедших на патриаршее богослужение, Екатерининский собор не вместил. Поэтому многие наблюдали за происходящим в храме по большим экранам, установленным на улице. Местный телеканал также организовал прямую трансляцию богослужений. За литургией с приветствием к патриарху обратился митрополит Владимир, отметивший, что воскресший из исторического небытия собор отныне станет в один ряд с другими прекрасными храмами Царского села. Именно этому храму и прежде всего его преданным служителям выпала печальная участь принять на себя первые беспощадные удары революции, направленные против святости и славы нашей Церкви и нашего Отечества. Кровь, пролитая служителем Екатерининского собора отцом Иоанном Кочуровым, стала первой мученической кровью нового времени, после чего нашу землю обогрели реки крови тысяч наших верующих сограждан. Не устоял под этими страшными ударами и сам храм, сначала разграбленный, а затем в 1939 году взорванный. Мы сердечно благодарим вас, ваше святейшество, за то, что вы лично возглавили эти торжества, показав и свою любовь к Царскому селу, и необычайную важность происходящего. Тем самым вы наглядно подтверждаете ваши слова о том, что все, что произошло с нами, с нашей церковью, с нашим народом, никогда не должно быть забыто. В дар его святейшеству митрополит Владимир преподнес патриарший посох. Затем к собравшимся обратился предстоятель, отметивший, что в истории этого храма отразились трагические события, произошедшие с нашим народом и страной в минувшем веке. Когда люди начинают служить дьяволу, они становятся бесноватыми. Они совершают безумные поступки, которые невозможно часто ни оправдать, ни понять с точки зрения логики жизни. И в самом деле, зачем нужно было взрывать храмы? Когда мы взираем в прошлое, то мысленно, недоумевая, сами себе говорим: ну, в наше время, конечно, все это невозможно. Но это же вандализм. Но это же преступление против людей, против культуры, даже вне зависимости от отношения тех людей к идее Бога, сами эти поступки были преступными поступками. Нам только кажется, что бесноватость – это удел прошлого. Мы должны помнить, что когда мы нарушаем Божий закон, когда мы вступаем на путь лжи, зла, когда мы сознательно вредим нашим ближним, мы идем по пути дьявольскому, становимся бесноватыми. А все остальное вторичное. Один разрушает храмы, другой разрушает семьи, третий разрушает свою собственную личность, четвертый растлевает детей, а пятый, имея доступ к средствам массовой информации, растлевает народ. И какая же разница между теми, кто растлевает народ, и теми, кто разрушал храмы? Да никакой разницы нет. Есть два образа жизни и два пути – жизни и смерти. Путь в соответствии с Божьим законом и путь, по которому людей ведет дьявол, напомнил предстоятель.
и пожелал, чтобы наша страна никогда не избрала для себя второй путь. Дьявольский ведет к разрушению, к смерти, к разрушению святынь, к уничтожению красоты человеческой жизни, к разрушению человеческой личности. А божественный путь ведет к богатству, духовному богатству, которое очень часто, сочетаясь с земным материальным достатком, являет миру замечательные примеры жертвенности, доброты и искреннего служения Богу и человеку. Предстоятель вручил награды благотворителям храма, духовенству и представителям властей. Так, во внимание к помощи Русской Церкви, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко была награждена орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. Великие и благородные дела объединяют людей. Этот храм мы строили всем миром. Почти 30 тысяч петербуржцев внесли свой вклад в строительство храма. Очень многие жители города Пушкина. Сегодня среди нас много тех, кто вложил свой именной кирпич в основание этого храма. И я хочу сегодня сказать искренние слова благодарности всем тем, кто внес свой вклад в возрождение этой святыни. В торжественный день отныне восстановленный и освященный главный храм царского села обрел несколько памятных святынь. Губернатор Валентина Матвиенко передала собору икону Всецарица, а патриарх Кирилл подарил прихожанам образ Божией Матери «Достойно есть». На память о событии все молившиеся за богослужением получили иконки небесной покровительницы собора, святой великомученицы Екатерины. Итак, восстановление Екатерининского собора царского села не только молитвенно, но и вполне осязаемо материально приняли участие тысячи людей, как жители самого города Пушкин, так и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует сам факт многолюдного богослужения. Горожане, ввиду переполненности немалого по размерам собора, в торжественный день его освящения причащались прямо на улице и, заполнив всю соборную площадь, в центре которой еще несколько лет назад стоял одиноким монумент вождю пролетариата, молились единым сердцем и едиными устами. Здесь особенно уместно привести данные, опубликованные агентством «Интерфакс» со ссылкой на данные эксперта Всероссийского центра исследования общественного мнения. Согласно их исследованию, для большинства россиян религия становится одной из основных фундаментальных ценностей. Согласно социологическим опросам, большинство россиян, 68%, рассматривают религию как одну из основных базовых ценностей. А еще 5 лет назад наших соотечественников с таким мнением насчитывалось 63% против 68% нынешних. При этом женщины придают больше значения религии – 75% против 61% среди мужчин. Таковы результаты опроса, проведенного в мае в 140 населенных пунктах 42 регионов страны. Примечательно, что религия является наиболее важной ценностью для 25-34-летних граждан, таких 72%, и 45-59-летних респондентов, их 71%. Самой важной сферой жизни для россиян является семья. Об этом также в ходе опроса сообщили 97% его участников. На втором месте по значимости – дружба. Ее показатели – 92%.